желуди? Ты весельчак. Ничего себе, ты это видел, Обеликс? С какой скоростью они растут? Ну и что, почти как я, только помедленней. Это уже совсем не смешно. Возможно, вам стоит присесть. Дело в том, что... Мы уже не чувствуем рук, но мотивация осталась прежней. Она не меняется. Смотрите, это мои руки. Я их не ощущаю, но ни капельки не переживаю. Обеликс, ешь медленнее. Это еще зачем? О, у меня остался еще желудь в кармане. Нет, Обеликс, только нет. Обеликс, ты должен вырвать это дерево. И немедленно. Нет, я не могу так поступить с Эдификсом.